подходим к финальной части нашей утренней зарядки. Это простые силовые упражнения. Они помогут разогреть ваши мышцы, ускорить кровообращение и окончательно проснуться. Приступим. Первое упражнение – это изометрические приседания. Подходим к стене, упираемся лопатками и копчиком. Стопы держите на ширине ваших тазовых костей. Угол в вашем коленном суставе 90 градусов. Находимся в таком положении 20 секунд. По возможности. Не забывайте про дыхание. Стопами плотно прижимайтесь к полу. Аккуратно обопритесь ладонями об стену и поднимитесь. Отдыхаем до 10-15 секунд и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение — это у нас будет касание плеч в положении упор лежа. Стопы можно держать на ширине коврика или плеч. Ладони расположите под плечевым суставом. Поочередно касайтесь одной ладонью плеча, возвращайте в исходное положение руку и другой рукой. Дышите. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выполняйте это движение до 20 секунд. Если вам сложно выполнять этот вариант, опустите колени в пол и продолжайте движение. Не забывайте про дыхание. Отлично. Отдыхаем 10-15 секунд и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение — это будут отжимания от колен. Исходное положение. Колени упор в пол. Ладони располагаем на уровне плеча. Можно оставить кисти на ширине коврика. И начинаем движение со сгибания в локтевых суставах. Вдох. И поднимаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выполняем это упражнение 20 секунд. Отдыхаем, как обычно, 10-15 секунд и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас — удержание положения буквы V. Сядьте на пол, расправьте плечи и грудь, спину держите прямо. Поднимите вашу голень до параллели с полом. Если вам сложно, вы можете на начальном этапе придерживаться ладонями за бедра. Если это вам дается легко, вытягиваем руки вдоль пола, держим баланс, не забывайте про дыхание. Вдох через нос, выдох через рот. Находимся в этом положении 20 секунд. Отлично. Аккуратно опускаем стопы и через колено поднимаемся. Переходим к следующему упражнению. Это будут выпрыгивания из положения приседа. Опускаемся вниз до параллели с полом и выполняем небольшие выпрыгивания. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняем 20 секунд, отдыхаем 10-15 секунд и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение — это будет скалолаз. Исходное положение — высокая планка. Подтяните живот и подтягивайте колено к плечевому суставу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выполняем это упражнение 20 секунд. Отдыхаем 10-15 секунд и двигаемся дальше. Следующее упражнение у нас —
будет в исходном положении лежа. Упражнение на мышцы живота. Сейчас приподнимите от пола нижний край лопаток, взгляд направьте на живот, поднимите стопы от пола, кисти зафиксируйте за головой. Выполните диагональное движение скручивания, локоть подтяните к бедру. Вернитесь в исходное положение. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Все время взгляд направляйте в область живота. Верхняя часть лопаток приподнята от пола. Выдох, вдох, выдох, выдох. Выполняем это движение 20 секунд. Также отдыхаем 10-15 секунд. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас будут обычные приседания. Поставьте стопы на ширине плеч, расправьте плечи, грудь подайте вперед. Сохраняйте естественный прогиб вашей поясницы. Начинайте движение с отведения таза назад. Старайтесь опуститься до параллели с полом. Выталкиваясь через полную стопу, вернитесь в исходное положение. На вдохе опускаемся. На выдохе поднимаемся вверх. На вдохе вниз, на выдохе вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Отлично. Выполняем, как и все предыдущие упражнения, 20 секунд. И отдыхаем 10-15 секунд между упражнениями. Ну что, наша утренняя зарядка подошла к завершению. Я надеюсь, что вам понравился мой комплекс. И вы действительно замените свое утро не чашечкой кофе, а выполните данный комплекс упражнений, который очень плотно вольется в вашу повседневную жизнь. Всем спасибо за внимание. С вами была Аида Кикеева. И до новых встреч! Сегодня в Элисте ожидается облачная погода, вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы 748-750 мм ртутного столба. Температура воздуха плюс 22, плюс 27 градусов. Ветер слабый 3-5 метров в секунду. Относительная влажность 17-23%. Всем доброе утро, меня зовут Санал Дубровин, я шеф-повар кафе Blackberry. Сегодня мы приготовим блинчики по рецепту моей жены. Кэт, привет! Для этого нам понадобится 300 грамм муки, 300 грамм молока. И секрет ее блинчиков заключается в кипяченой воде. Также по необходимости тоже грамм 300-400 кипяченой воды. Растительное масло 2 столовых ложки, черешни на украшение. И для домашней карамели нам понадобится тростниковый сахар 50 грамм и 100 грамм сливок 33%. Для начала мы поставим вариться нашу домашнюю карамель. Насыпаем сахар. Почему я выбрал тростниковый сахар? Потому что он более яркий вкус у него, чем у обычного свекольного. Сразу туда добавлю 100 грамм сливок. И поставлю вывариваться до состояния такой тягучей карамели. На медленный огонь обязательно. Периодически помешиваю. Пока готовится наша карамель, мы смешаем наши ингредиенты. Какие же блины без яиц? Извиняюсь, я про них забыл. Нам понадобится 3 яйца. Сразу добавляем нашу тару. Не забываем про карамель, потому что он может легко подгореть. Сюда сразу добавлю сахар,
кланем 2 столовых ложки. Немного соли. Все перемешаю. Налью сюда молока. Тоже перемешаю. И наблюдаем за нашей карамелью. Она прям просит, чтобы ее помешали. И понемногу добавляем муки. Мука обязательно должна быть просеяна, чтобы не было никаких комочков. Сейчас у нас получается масса, как на оладье. Мы будем ее сейчас разбавлять нашим секретным ингредиентом. Это кипяченая вода. Вода дает ту самую пористость нашим блинчикам. Добавим масло. Масса еще наша густа. Добавим еще немного воды. Все, наша основа готова. Она даже такая жидкая. Тем временем наша карамель готова. Можем убрать пока ее в сторону. И поставим разогреваться наша сковородка, чтобы приготовить блинчики. Сковородку надо смазать немного маслом. Так, приступим. Наливаем нашу массу и круговыми движениями распределяем блин по сковородке. Подобьем кончики, чтобы они не сохли. Как понять то, что блин готов и его стоит перевернуть? По окружности должен появиться небольшой колер. Это значит, что блин можно уже переворачивать. Добавим воздуха, кислорода в наши блины. Наши блины готовы. Приступим к сервировке. Польем домашней карамелью. Вот такая она должна получиться. И украсим черешней. Наши блинчики с домашней карамелью и черешней готовы. Всем приятного аппетита и будьте здоровы!
У каждого современного родителя есть масса возможностей для всестороннего развития своего ребенка, которое начинается с первых дней жизни еще в утробе матери. Ведь тот фундамент, который закладывается в детстве, будет базой его роста и развития на всю жизнь, основой гармоничной и жизнерадостной личности в будущем. Давайте узнаем, как подобрать занятия для детей. Сегодня мы находимся в детском развивающем центре «Репаблик», и моим собеседником является Мегмерова Эльзята Александровна, руководитель данного центра. Доброе утро, Эльзята. Доброе утро. Как правильно подобрать занятия для детей? В нашем детском центре «Репаблик» можно подобрать занятия для детей в возрасте от 3 лет до 16. Для того, чтобы подобрать занятия, родитель может прийти к нам, да, и выбрать интересующий его, так скажем, курс, вот, и прийти на пробное занятие. Просто если ребенку будет это интересно, родители заинтересуют, то мы принимаем на курсы. Вот. Также учитываются, так же, как и возрастные, учитываются еще и психологические, психологическое развитие ребенка. Вот, и у нас достаточно широкий спектр услуг. В принципе, могут родители привести и выбрать любой курс. Эльзята, расскажите подробнее, какие именно курсы преподают в детском развивающем центре «Репаблик»? Поскольку мы развивающий центр, да, мы работаем в сфере дополнительных образовательных услуг. Вот. У нас порядка 25 курсов по различным направлениям, что касаемо развития и образования, дополнительного образования детей. Вот. Если работаем по двум направлениям. Вот, по двум франшизам, так скажем, это крупные франшизы федеральные, Амакидс и Наука Сити. Вот, это Наука Сити с Екатеринбурга франшиза, да. То есть, что значит франшиза? Разработаны были уроки там. Вот, и по этим курсам, в принципе, достаточно интересные курсы. Все про физику, химию, математику, астрономию. А также Амакидс. Называется она Академия ментальной арифметики Амакидс. Представлены курсы ментальная арифметика, скорочтение, развитие памяти. Вот. Курсы подходят от детей от 5-6 лет. Вот. Также имеются у нас собственные курсы. Это раннее интеллектуально-эстетическое развитие, подготовка к школе, швейные курсы, мастер-классы всевозможные, кулинарные. Работают узкие специалисты, это логопед и психолог. И достаточно много курсов по робототехнике, программированию, информатике. Все согласно возрастному запросу, так скажем. Эльзята, ранее вы сказали об Амакидс. Когда родитель может увидеть первые успехи своего ребенка? Я так думаю, что можно увидеть в первые 2-3 урока занятий. Изменения. Почему? Потому что занятия вот именно касаемо, ну и не только Амакидс, конечно, но и Наука Сити, и все наши занятия, так скажем, для каждого возраста, если маленький ребенок, игровые они, если более старший возраст, они более направлены на обучение, на усвоение материала более, как бы, серьезные, так скажем, не игровые. Родители замечают сразу изменения, поскольку занятия очень интересные, динамичные. Вот. И ребенок, естественно, приходя домой, он рассказывает о том, как прошло занятие у него, хвастается своими успехами, а это можно будет даже и после пробного занятия, вот, допустим, по ментальной арифметике. Очень интересный счет такой, вот он, воображение, так скажем, происходит. Вот. И можете увидеть интерес, ну и, соответственно, результат не заставит себя ждать. Плюс 122, минус 112, минус 411. 44. Молодец.
на бетон. И днем, и ночью кот и черный все ходит, ползает и кругом. Идет направо, песни зовут, идет налево, сказку говорит. Там еще леса, там леший брус, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Избушка там на худых ножках стоит без окон и дверей. Там лес и долгий день полных, там... В заре прихлынут волны. Там на заре прихлынут волны. Сколько? Ура, молодец. Минус 3, плюс 9, минус 5, минус 3. Если касается других курсов, я так думаю, что все зависит от индивидуальных способностей ребенка. Вот. И еще от, наверное, если маленькие дети, от родителей где-то нужна будет помощь. Ну, это, я так думаю, что везде. Да, во всех направлениях нужно родителям немного помогать маленькому ребенку заниматься. То есть где-то родители в любом случае должны поддерживать и правильно направлять ребенка? Я так думаю, что да. Почему? Потому что напрямую зависит интерес ребенка. Не напрямую даже, а вот зависит интерес ребенка от того, как родитель принимает участие. Если родитель безучастен, то тогда и ребенку постепенно становится неинтересно. Поэтому родителю, наверное, нужно сопровождать ребенка своего где-то. Эльзата, расскажите подробнее о преподавательском составе. Как он подбирался? На данный момент у нас работают примерно где-то 25 педагогов в различных направлениях. Подбираем мы в основном действующих педагогов, те, которые работают в школах. Вот я провожу собеседование, приходят преподаватели со своими курсами, либо мы можем обучить, есть такая возможность у нас, интересующий курс, если преподаватель обращается к нам, мы обучаем и совместно работаем. Вот, педагогический состав стараемся подбирать не только по личным качествам, но еще профессионала своего дела. На сегодняшний момент я могу похвастаться своим педагогическим составом. Это моя гордость, так скажем. Да. Можно обо всех и о каждом говорить по отдельности. Вот, ну, такие молодые педагоги, как Серафима Сюева, которая является кандидатом в члены Союза художников. Вот, тоже очень талантливая. Психолог, логопед. Ну, не буду, наверное, на каждом останавливаться. На самом деле, да, это нужно будет, наверное, родителю прийти и просто с ребенком и оценить, насколько педагоги наши квалифицированы. Эльзата, а в каком формате проводятся ваши занятия? У нас существуют разные всевозможные форматы, ну, учитывая пандемию, так скажем. Помимо групповых занятий у нас проводятся индивидуальные занятия и также онлайн-занятия мы вводим. Наверное, стоит остановиться на том, что насколько оборудован наш, думаю, центр. Во время строительства мы вложили сюда не только свои средства, но и душу свою, да, и постарались сделать максимально комфортными классы общее пребывание в нашем центре. Всего у нас 7 учебных классов. Каждый класс имеет какую-то свою особенность, свое направление, так скажем. Да. Есть классы для старшеклассников, там ростовые парты, соответственно, выставлены, да, и необходимое оборудование. Это проекторы, доски учебные, и все зависит от того, какое направление. Есть у нас лаборатория, там, где проводят химические опыты по физике, химии, биологии, как я уже ранее сказала. Наличие химических реактивов, наличие микроскопов, если изучаем биологию, так скажем, да. Ну, не говоря уже о разработанных самих уроках. Также могу похвастаться, что у нас есть большой достаточно танцевальный зал, где станки, есть фортепиано. Вот это у нас в проекте, так скажем, запуск этих вот именно курса, танцевального курса, хореографии, возможно, где-то будет какая-то гимнастика. Вот, и мастерская есть, вот если вот брать вот классы, которые вот отличаются чем-то от обычных учебных классов. Мастерская у нас оборудованная, это творческая мастерская, она оборудована швейными машинками, если это урок швейного дела. Также у нас есть печь для выпечки, где мы уже проводили осенью мастер-классы по изготовлению имбирных пряников. Вот, разукрашивание тоже достаточно очень такое интересное, было много желающих. Вот, и
Еще один кабинет у нас есть, узких специалистов, это логопед-психолог. Там, где вы можете уютно уединиться либо с семьей, если вы пришли на семейную консультацию к психологу, либо вот ребенка своего оставить у логопеда. Где много игрушек, песочный стол и очень много вот такого материала именно для специалистов, логопеда, психолога. Вот. Ну и достаточно комфортная зона ресепшена, где всегда прохладно, так скажем, в летнее время, зимой тепло. И я думаю, родителям тех детей на период, когда мы уходили в марте месяце на самоизоляцию, у нас было порядка 150 учащихся в нашем центре. Вот, родители здесь с удовольствием оставались и могли вот по монитору наблюдать, как ребенок занимается. Стоит отметить, что тогда, когда строили мы центр, соблюли все нормы санитарной безопасности, пожарной безопасности. Я так думаю, что родители, приведя ребенка к нам в центр, получат не только качественный какой-то курс, да, знания по какому-то курсу, но еще в безопасности оставить своего ребенка, поскольку в каждом кабинете у нас имеется как видеонаблюдение, также и система пожарной безопасности, оборудованные классы огнетушителями, в общем, есть пожарные выходы, и все по нормам СНПИНа, вплоть до парт. Парты выставлены, соответственно, возрастным требованиям. Ну, четвертый кабинет, название у него Циолковский, здесь проходят у нас уроки робототехники. Эльзата, как руководитель данного центра, поделитесь вашими планами на ближайшее будущее. Хочу прежде всего отметить, что мы являемся достаточно молодым детским центром. Мы открылись в сентябре прошлого года. Вот, ну, проработали всего лишь полгода до февраля месяца. Вот, ну, до того, как наступила пандемия. Вот. Достаточно открытие было масштабное, так скажем. Хочу даже добавить, что у нас раз в квартал проводится день открытых дверей, тогда, когда дети и родители могут посетить наш центр и по 15 минут побывать на каждом курсе. Вот, записаться на интересующий курс. Ну или просто провести хорошо время с пользой. Проработав полгода, так скажем, мы закрылись. Вот. Но что не случается, то случается к лучшему, я считаю, что у нас была прекрасная возможность с февраля месяца по нынешнее время, по сентябрь, я думаю, в сентябре мы откроемся, сделать передышку и в то же время оценить, какие недостатки у нас были, вот, поработать над ними. Добавили курсы некоторые, то, что было недоработано, доработали, вот, и готовимся к открытию, вот, как только снимут карантин. Мы готовы принять будем детей в нашем центре. Эльзата, благодарю вас за интервью. Было очень интересно слушать о вашем детском развивающем центре «Репаблик». Сейчас у вас есть прекрасная возможность пожелать нашим телезрителям самого доброго утра. Спасибо. Вот я хочу пожелать на самом деле, чтобы каждое утро было у вас добрым, дорогие телезрители. Вот. Ну, в условиях нынешней ситуации сложившейся хотела пожелать здоровья и благополучия прежде всего вам, вашим семьям, детям. И поскольку мы работаем в сфере детского дополнительного образования, хотела пожелать, чтобы всегда у вас была возможность развивать своих детей. Вот. И ну, всего доброго! Сегодня 24 августа. Очень благоприятный день для приобретения активов, подписания контрактов, начала нового бизнеса, накопления богатства, брака и других коммерческих и личных вопросов. Подходит для строительства, начала путешествия, переговоров, планирования земляных работ и ремонта.